Здравствуйте, меня зовут Ермаков Станислав. Я представляю мастерскую «Молот» на фестивале «Ладейное поле 2022». С левой стороны вы видите стенд с процессом изготовления кольчуги и ламеллярного доспеха. Сегодня мы будем делать ламеллярный доспех, и весь процесс показан, как это изготовить. Как вы видите, железо начинается с руды. Это железная руда в форме камня. После термической обработки в печи получаем шлак как отход и кричное железо. То есть из этого металла вытягивались такие заготовки, и из них уже делались определенного размера куски, и из них тянулись проволока для кольчуги или растягивалась в лист для ламеллярного доспеха. Что лучше по защите? По защите, конечно, лучше ламеллярный доспех. Как вы видите, чешуинка к чешуинке образует нахлёст, и толщина металла в этих местах достигает 1,5-2 мм. Это очень хорошая защита для средневековья. Кольчуга защищала только от рубящего удара. Сейчас это вы вот оттягиваете, да? Да, сейчас я оттягиваю, как на стенде, расплющиваю заготовку. Также есть такие вот свинцовые заготовки, на них прошиваются отверстия на пластинах. Для того, чтобы изготовить такую пластину. А сколько по времени вот сделать одну пластину? Ну, у меня уходит, если прям вот не останавливаться, около 45 минут. Одна пластина? Да. А всего сколько было доспехов? Ну, на мой рост около 300 пластин нужно. Это по времени сколько? Это будет только жилетка. Ну, я кузнец, не математик. Посчитайте сами, уважаемые зрители. Горсть пластин есть, которые тоже изготовлены. Как бы потихонечку делается. Что сложнее вообще в изготовлении, ламелляр или кольчуга? Кольчуга. Кольчуга сложнее, потому что нужно тянуть проволоку. Ее вытягивать, а в средневековье сталь была не очень хорошего качества, и она рвалась постоянно, то есть это определенный головняк был для кузнеца. Вот. И вещь достаточно дорогая, мелкая, кропотливая, фактически как ювелирное изделие. Вот. Потому что помимо того, что изготовить просто проволоку, нужно еще пробить аккуратно отверстие и сделать еще более меньшую проволоку для заклепки. Эта техника с мечом была в средневековье распространена как рубящая. Вот. Более ранние, античные, там уже колющие, там в изобилии находят именно пластинчатые доспехи. Вот. Но те же самые легионеры в Риме, они носили и кольчуги тоже.